Всем привет, ребят. Ну что, просто неждан какой-то, неожиданная новость, не знаю. Просто бешенство на русском сервере сегодня, почему мы не на бездонате. Я не знаю, каким чудом, каким боком, раком, не знаю, чем там еще. На русском сервере появился обмен героя. Это просто, не знаю, это просто нечто вау, это какая-то магия, это победа, я не знаю, как это назвать. Но на русском сервере, наконец-то, в шарике, спустя полгода появился обмен героя. Да, он не топовый, но его изменили. Возможно, они нас услышали, я не знаю как, но вот, пожалуйста, есть возможность... У кого нету, собрать оккультиста, и есть возможность собрать фобу. К сожалению, здесь на русском сервере нету космо. На других серваках есть за черепа и за паладина можно собрать космо. Ну, к сожалению, у нас на русском сервере этого нету, но это все фигня. И тут я захожу, и мне надо фобушка, и мне тупо не хватает пакетов значков почета, потому что я всегда их, ну, как и все, наверное, без донаты трачу. Я начал искать, думать, где же все-таки их достать, какие есть варианты, потому что это печально просрать такую возможность. Есть значки почета вот здесь на пиратике, то есть как вариант испытать удачу. В принципе, они всегда здесь падали довольно-таки неплохо. Как вариант плюс, еще начал искать дальше. Ну, понятно, можно вариант задонатить, но это не вариант для бездоната. Для бездоната, у кого нету, как и у меня, есть еще вариант с того же самого шарика забрать. Сейчас мы зайдем, я покажу, заберу акцию. Сегодня еще одна акция на русском сервере. Пукни в шарике, я его так назвал. Ну, такая, довольно-таки интересная, но, опять же, донатная акция. Конечно, была бы возможность у всех задонатить, все бы без проблем бы забрали эти итемы и не парились бы. Так, ну что, нам надо дофига просто значков. Я буду сейчас думать, где их еще дополнительно можно достать. Вы пишите в комментах, потому что у многих ребят 100% нету этих пакетов. Так, давайте откроем плюхи, еще 10к, откроем карту. В общем, к чему я пришел у себя на аккаунте. Так, опять недостаточно места, да вы издеваетесь. В итоге, так, сейчас, секунду, ребят, я пооткрываю. А, вот, гильдейские. Ну, кто бегал. Вот еще плюс. Ну, у кого, конечно, есть гильдейские сундуки, я же думаю, где-то еще видел. Это еще как вариант. В итоге у меня получилось их 11, а их, блин, надо дофига. Сколько у нас там дней? А, 14 дней. Да, за 14 дней, думаю, соберу. Я что-то думал, что пару дней будет. За 14 дней, ребят... Это вполне реально. Но я не знаю, на русском сервере это просто кайф. Вот что это добавили, и я надеюсь, это будет на постоянной основе, не так, как обычно у нас было. В общем, у нас есть еще вот такой вот вариант, у кого, кто не сможет собрать, кто там в гильдии не состоит. Дар любви. То есть вот эти вот итемы, ну, соответственно, вам придется пропускать какие-то подземки. Я зайду на какую-то... кошмарку нормальную. Кстати, давненько уже не зафармил. 5 зафармил, дальше уже не фармил. Заходите на подземки и полным темпом вот так вот фигачите. Варианта как бы другого нету. Да, понятно, что эти ресурсы не такие востребованные, но я думаю, фобушка нужен многим. И понятно, многие там донаты они смогут забрать, у кого есть пакеты, у кого нету. Но я думаю, у многих есть гильдейские сундуки, вы... их открываете не часто, точно так же, как я. То есть возможность собрать его есть. Если же нету, то
надо будет, придется лазить по другим акциям. От этого никуда не денешься. Попробуем зафармить по максимуму и попробуем. Попробуем с вами это сделать. Я бы посмотрел, сколько в итоге получится. Это мало у нас. Ну, такой вариант. Либо пишите, где еще можно добыть без доната, какие есть варианты, где падают, чтобы... Ну, напишите в комментах, чтобы люди просто знали, как фармить, потому что многие, допустим, я уже давненько этим не занимался, и я даже не знаю половины там итемов, где какие падают, потому что я их не фармлю. Просто-напросто мне это не надо. Ой, отлично, зашли сюда еще. Я тоже заберу. Халява как-никак. Блин, у меня ремка стоит на сменке. Жалко ее выкидывать. Афинки скина нету, ПДшка. Закину все однушки, сразу резает. Так, тихое укрытие. Линия второе. Так, забрать самики. Поехали, добьем сейчас подземки. Где-то по-любому еще дают эти ЗП-шки, коробки. Вариантов, конечно, не так уж и много, но это как вариант. Сейчас хотя бы откроем то, что есть, посмотрим, что мы сможем оттуда вытащить. Все, закончились попытки. 42. Поехали. Вот в итоге 92 сердечка, недостаточно места на складе. Ну, кто бы сомневался, как обычно. Да, главное вот это не потратить. Это, кстати, мне вчера выпали. Не вчера, а выпали эти итемы. Надо, кстати, докачать. Персов недостающих. Это у меня оккультист. У меня он, к счастью, есть. Я надеюсь, мы фобушку качнем. Танка тоже можно, в принципе, качнуть. Почему бы и нет. Нужен. Так, ведьмочка. Кто тут еще с таких героев? Стрелок. Бегаю как... Это второй стрелок. Вот это он упас. Два стрелка качнул. Ну и хрен с ним. Лугич. Отлично. Еще на фобушку осталось. А, такс. Ну что, поехали. Я думаю, я надеюсь, места нам хватит. Главное не провтыкать. Я, как обычно, могу просто в ППХ тупо слить. Так, это у нас итемы. Ну нету у меня больше сумочек. Поехали открыть все. Да, шанс отсюда, конечно, ребята. Огонь. Одна. Одна сумка. Две. Но я надеюсь, в принципе, 14 дней, это на 8 марта, к 8 марта, я надеюсь, мы соберем. То есть, в любом случае, напишите, где еще можно фармить, чтобы все видели, ребята, и я, возможно, тоже буду фармить, потому что такой вариант реально очень сложный. Оккультист у меня есть, поэтому мне проще, мне надо только... насобирать 36 осталось у нас таких пакетов, и все будет good, все будет easy. Так, главное, я же говорю, не потратить. А давайте еще, давайте жмакнем пирата. Чё я парюсь, два раза пирата. Такс, по 1200, ребятушки, мажорим на сарделе. 10, отлично. И чик-чик-чик-чик-чик. Ну дайте еще. Сучки, не дали. В общем, вот так вот, ребят. Ну, даже так неплохо. Что дополнительно расходники получили. В итоге мне осталось
26 штук насобирать. Блин. В кабашке. Я не помню, в кабашке дают, не дают. Это кабашку надо качать. Нет, тут, по-моему, на хай левелах дают. В общем, надо смотреть. Надо смотреть, надо пробовать, надо бегать. Не знаю, пишите комменты, ставьте лайки. Я считаю, это обалденно, что на русском сервере ввели эту тему. Всем удачи, всем пока.